Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. Сегодня понедельник, 25 июля 2022 года, 152-й день войны России против Украины, хотя на самом деле это 9-й год, но в данной ситуации имеется в виду активная фаза войны. Время 7 часов 7 минут по Киеву и Иерусалиму, и у нас на связи из Украины политик Руслан Рогованов. Добрый день, ранку, Руслан. Добрый ранок. Руслан, первый вопрос по поводу заявления замглавы МВД Евгения Енина, который сказал, что Украина должна готовиться к худшему сценарию, по которому Путин может дожать Лукашенко и начнется вторжение со стороны Белоруссии. И по его информации, в данный момент со стороны Белоруссии имеются заходы ДРГ для анализа транспортных путей и так далее. Украинцы пока им успешно противостоят, но как вот ты оценишь эту ситуацию? Юра, ну смотри, я уже говорил об этом, о том, что мы готовы были, даже находясь в Киеве, мы готовы были к отражению атаки. Команда 2.0, то есть это полная готовность боевая по подразделениям, она никуда не снималась, она как была объявлена, так и есть. Усилена граница, потому что ротация, те, которые выходили с севера Донецка, Сосечанска, в основном все шли на ротацию именно в Черниговскую область, либо в западный регион, для отдыха, для усиления. И, в принципе, действительно, может быть заход, и мы об этом говорили не раз, тем более, что накоплено очень большое количество россиян в белорусской форме на территории Беларуси. То есть, действительно, это возможно. Это самый худший сценарий, мы это учитываем. Возможность его зависит напрямую ровно от Лукашенко, от согласия Лукашенко. Белорусы не хотят воевать, но мы понимаем, что даже если будет там 20-30% белорусов, остальные будут россияне, и в принципе белорусы будут кинуты точно так же, как мясо, как ДНРовские мобилизованные, будут кинуты просто под расстрел. Ну, понятно. По твоим оценкам, когда будет точка репера, вот, когда станет ясно, дожали, не дожали? Знаешь, мы ожидали, плюс-минус два лаптя покажется, тут точно ты не знаешь. Юра, мы ожидали в начале июля. Но, по всей видимости, все-таки сумел Лукашенко расстоять, потому что мы ожидали до захода до 15 июля. Теперь приблизительная точка реперная, которая может возникнуть, это где-то в 10-х числах, ну, плюс-минус августа. Очень много зависит вообще от всех внешних факторов, и тут надо смотреть общую политику. Ну, будем посмотреть пока, то есть вот такая ситуация, в принципе, мы готовы. А по поводу ДРГ... ДРГ не прекращала работать ни одного дня с момента с 24 февраля. Нет. Но нужно учитывать, что кроме войск непосредственно, есть еще масса партизан, которые, в принципе, принимали участие в отражении первых дней войны. Да, они не мобилизованы, не служат в армии, но они находятся на местах. И, в принципе, нужно понимать, что это люди тоже с боевым опытом, уже с партизанским опытом. И поэтому ДРГ очень сложно работать на территории Украины. И вот, как ты упомянул партизан, ну, я понимаю, ты все сказать не можешь, но я не могу эту новость не упомянуть. Дело в том, что в тылу российских войск была уничтожена система С-300, из которой путинские обстреливали город Николаев. Тут вопрос в том, при этом ударов хаймерсов вроде бы не было. Юр, они сейчас... Смотри, вопрос очень простой. Они сейчас на Хаймарса списывают вообще все. Абсолютно верно. У нас нет такого количества Хаймарсов для того, чтобы одновременно стрелять в Харькове, в Луганске, в Николаеве, в Херсоне, в Одессе, в Запорожье, в Днепре. У нас их нет. Где-то работала арта, где-то сработали ССОшники, где-то сработали партизаны, где-то сработала арта просто, где-то сработал Хаймарс. Ну вот, блин, ну если не боятся Хаймарса, пусть они на это все валят на Хаймарсе, но нужно понимать, что мы используем любые методы для того, чтобы максимально уничтожить противника.
по поводу любых методов и тоже вездесущих хаймерсов. Сегодня, вот утром, буквально вот за час до записи эфира, стало известно, что был нанесен удар по гостинице, где собралось военное руководство российской, крупной российской группировки. Но объект этот находится в красном луче. Опять хаймерсы, только один маленький вопрос. А как туда долетели ракеты с дальностью до 80 километров? Опять хаймерсы, боевые гуси, боевые клопы. Они придумывать будут что угодно, потому что, блин, ну, я же говорю, вопрос простой. Они должны понять сейчас, на сегодняшний момент, что где бы они ни находились, они находятся под ударом, вне зависимости от того, есть у нас хаймерс, нет у нас хаймерсов, привезли нам их, не привезли. Дали нам ракеты, да, больше дальности, не дали нам ракеты, больше. Вот вообще не важно, абсолютно. Ну, общем, так, как я могу сказать, и по Беларуси. Любое движение со стороны Беларуси закончится очень плачевно. Там внутри. И очень больно. Для Беларуси. Здесь нужно понимать. Ну, посмотрим. Мы готовы, дальше жизнь покажет. Сегодня ночью фигачили опять Россия, то есть зерновое перемирие, да, условно. Сегодня был обстрелян Никополь, сегодня был обстрелян Днепропетровск, сегодня был обстрелян Запорожье, сегодня обстрелян Николаев. То есть они гатят опять же по гражданским объектам, они гатят полностью по застройке, не разбираясь, куда, что, чего, причем со всех видов вооружений. Потому что Никополь, например, был обстрелян полностью с РСЗО и стреляли со стороны энергодара. То есть они прячутся за атомной станцией и стреляют в наши мирные поселки. Ну, террористическая тактика, этим уже никого не удивишь. Поэтому... Я больше того скажу, они денацифицировали в Днепропетровской области птицеферму. Наверное, украинские куры, гуси их очень напугали. Я напомню, что это не первый. Причем удар был прицельный. Причем я напомню, там вообще ничего рядом нет. Юра, я напомню, что это не первая птицеферма, по которой был нанесен прицельный удар, причем при наличии там кур. Кур? Ну, может, там были утки, гуси, я не знаю. Я говорю, напомню, что это была не первая ферма. Подобный удар был месяц назад, и тоже по ферме. Нет, это вот сегодня. Я говорю, мы с тобой обсуждали, да. Месяц назад был нанесен удар, то есть он также по ферме, то есть он также с утками, курями, гусями. То есть птица, где не было никаких вооруженных сил. Ну, это да. Но теперь вопрос такой. По данным украинского генштаба, обезврежена группа предателей, как написано, причем достаточно высокопоставленных. Один из них бывший замсекретаря СНБО Владимир Сивкович, и он действовал в связке с экс-начальником СБУ в Крыму Олегом Кулиничем. И это достаточно высокий уровень. Юр, а что? А Сивковича, блядь, никто не знал? Сивкович находится где на данный момент? Не сообщается. Он был пресс-секретарь СНБО в какой период? Не в период ли Виктора Федоровича Януковича? Не находится ли Сивкович в России на сегодняшний момент? Кого там они обезвредили? А не Гетманцев ли Даниил, глава комитета бюджетного Украины, был у него помощником, нет? Понимаешь, Кулинича тоже же они там задержали, да? То есть, и получается такой интересный момент. То есть, они опять свалили вину на отдельных лиц, когда нужно работать системно.
системно и не на прошлое, не в прошлое окунаться, а смотреть наперед в будущее, смотреть, кто сегодня может даже потенциально составлять угрозу для национальной безопасности и способен работать с Россией по своим связям. Ну, если так говорить. Поэтому обезвреживание, да, участвовала там Америка, участвовала Израиль, участвовала. Я так понимаю, что мы не все знаем. Дай бог, чтобы нам то, что открыли, это была десятая часть. Потому что политикум довольно связанные лица, близкие лица. И дай бог, чтобы это имело продолжение. Тогда мы, чем больше мы чистимся наверху, тем больше шансов у нас выиграть войну. Ну, это естественно, но, к сожалению, все зависит не только от Украины. Сейчас вот стало известно на минувшей неделе, что дальнобойные установки АТАС-МС Украине переданы не будут. И в данной ситуации я могу только одно сказать, что, дорогие западные политики, то я понимаю, что вы попадаете в хтонический ужас от того, что придется воевать с Россией, но поймите, я это 100-500 раз повторяю, ваша трусость провоцирует Путина. Вот я не знаю, Руслан, вот какими словами мне еще сказать? Вот как? Я не знаю. Смотри. Вы понимаете, что это вы его провоцируете сейчас, не украинцы, которые его бьют, а вы. Юр, смотри, давай начнем с первого. То есть, как бы я, например, лично я не ожидал, что нам передадут это оружие, это первое. Второе. Зерновое перемирие, да, третье, вообще все поведение Европы и всего остального. Ты понимаешь, ну, как бы мы же с тобой учили историю, да? Мы же с тобой помним, как это все делалось. Мы же помним, что до там, Гитлера была и Первая мировая война, и были соглашения, да, был Веймарский мир, когда закрыли все глаза на то, что Германия его в принципе не выполняла. Версальский, мир. Я имею в виду, правильно, извини, что поправил, ну, я имею в виду за другое, что Германия же не выполняла его, и все об этом знали. Правильно, как только пришел к власти Гитлер, что он сделал первое? Он ввел войска в Рейнскую демилитаризированную зону. Во. Что на это, как на это отреагировали Англия и Франция? Юра, до этого подожди, то, что он ввел, когда он пришел в власти, ввел войска, я за другое. Для того, чтобы ввести войска, нужно было создать армию, которая сможет ввести войска, нужно было ее вооружить, нужно было запустить экономику, в военную в том числе, и это все было нарушение Версаля. Это шло не с момента, когда Гитлер пришел к власти. А это было еще при Гинденбурге. Я же говорю, это не началось с момента, когда Гитлер пришел к власти. Та же самая ситуация повторяется абсолютно сейчас с Путиным. И пока Европа не почувствует на себе ракетные удары, она делать ни хрена не будет. А вот тут я вряд ли с тобой соглашусь. Даже если она почувствует одиночные ракетные удары, они будут говорить, что... Это будет зависеть ровно от населения, которое будет либо... на чью сторону встанет население, давай говорить откровенно, да, и как она будет себя вести. В данной ситуации, конечно, есть еще Британия, мы не забываем об этом. Посмотрим, как будут себя вести все страны, ну и от этого будет уже исходить. Я тебе так скажу, мы, в принципе-то, не надеемся особо на Европу. Ну, то есть там, да, хорошо помогают. Ну, вот реально армия, в принципе, не надеется. Жалко, конечно, что у нас мало оружия. Жалко, что мы как раз в состоянии перехода советских образцов, то есть советского вооружения на натовское, да, и мы напрямую сейчас зависим от поставок. Ну, не будет поставок, значит, вернемся опять к советскому и пойдем курва наступать для того, чтобы взять себе быка. Ну, да. Это уже было. Нам не страшно. Это уже было. И здесь вопрос к Европе в другом. Если вы не хотите, чтобы мы опять вооружались совковым, которое может быть применено в любую сторону, то давайте помогайте нам, потому что мы-то все равно решим свою проблему. С вашей помощью или нет. Здесь уже будет зависеть от того,
на каком уровне будем мы и на каком уровне будете вы. Я напомню, что на сегодня Польша формирует самую большую сухопутную армию в Европе. Но, учитывая опыт украинской войны, я даю гарантию, что если нам, нас приведут к тому, что мы проиграем, мы будем в Польше, мы поможем Польше сформировать боевые части, и мы вернем свое назад. Это уже тоже исторически было. Да, это было. Но в целом сейчас какова обстановка на фронте? Тяжелая обстановка на Донбассе. Бахмут, район Бахмута, Углеводская, реально тяжелая. Луганская область, которую они никак не могут до конца взять, мы там кусочками держим и постоянно пытаемся отжимать населенные пункты, возвращать. Тяжелая ситуация в районе Славянска, Богородичная. Вчера опять попытки были взять Богородичную со стороны ДНР, ЛНР, ну, грубо говоря, со стороны России с помощью ДНР, но отбитые опять атаки. Ну, очень жесткие бои и очень большие обстрелы по населенным пунктам, рядом стоящим, находящимся. Опять прилеты по Краматорску, опять стрельба по мирному населению. И на сегодняшний момент это вот самая такая горячая, самая тяжелая точка. Херсон. Потихонечку продвигаемся, бьем по мостам. Россия сейчас вынуждена менять логистику по мостам. Скорее всего, она будет переходить на полную логистику по дамбе. Значит, будем использовать опыт уже наш. И в том числе нанесение ударов по дамбам. У нас уже был опыт. И фактически, то есть мы окружаем на сегодня херсонскую группировку. То есть оптимально им сейчас быстренько-быстренько убежать, потому что, в принципе, удержать они его не смогут. Запорожское направление более-менее, или Днепропетровское тоже, более-менее стабильно. Ну, стабильно с точки зрения войны, потому что артобмены, какие-то небольшие операции, ну, в принципе, все стоит на месте. Пытаются скопить силы для контрнаступления россияне. Не даем. Вот то, что в общей ситуации сейчас происходит на территории, на всей линии столкновений. Ну, за Одессу ты знаешь, что они били, да, и ты знаешь за то, что первоначально Россия отмежевалась, сказала, что это не она, это украинцы. Mm-hmm. Пока не выступила Маша Захарова, опять, видать, с большого будуна, и не сказала, что они, типа, что они высокоточными калибрами уничтожили военный объект. После чего Минобороны России начала говорить, ну, таки да, мы там вроде как бы постреляли, но мы там не по мирным. Вот. Ну, Маше спасибо. Пусть чаще говорит. Помогает нам. Мне не понравилась эта ситуация. Ни позиция Турции, ни позиция ООН. И, в принципе, хотя мы с тобой говорили, предполагали об этом то же самое. Но сегодня ООН полностью подтверждает свою нефункциональность как структура. Она не выполняет свой устав. Она не выполняет свои обязанности, которые она должна выполнять. Но в этом плане это как раз уже, наверное, из рубрики «В мире животных». Тут еще Толик Шарий нарисовался, который сказал, что ему позвонил какой-то молодой человек и сказал, что украинцы поменяли две установки «Цезарь» на четыре калибра, а потом калибрами ударили по Одесскому морпорту, а потом этого мальчика, информатора Толика Шария, растворили в кислоте. В пьяном сне не приснится. Ну, ты знаешь, нашим украинским переселенцам, беженцам, политическим беженцам в том числе, находящимся в Испании, повыносили разрешением суда запрет на приближение к Толику, там, ближе километра. Да хватит, но я думаю, что в Испании бывают иногда пожары очень серьезно, природные. Будет так, как ведьма скажет. У нас, кстати, хохма ходит в этом отношении. Вчера ж там утонуло Сочи.
Это да, было. Есть такое. Россияне, наши девочки уже пошли в работу. Это из Конотопа. Вы будете сейчас гореть, тонуть. И все что угодно. Не надо было трогать наших ведьм. Это не из Конотопа, Юра. Все женки ведьмы. Це да. Это верно. То будут працювати. То хай росіяни тепер, я не знаю, вималюють. Шамани, не шамани. Ніякі шамани з жінками не справляться. Так шамани Саню Габшева вони закрили. Шамани їм не поможуть. Ні, там є чорні шамани, де там, куди там бігають постійно Путін, Шойгу і вся остальна. Звездобраті. Вони там смішні такі. Ну, я тебе расскажу историю с товарищем. У меня есть, он работал у нашего уполномоченного по правам человека, он судебный эксперт, патологоанатом. И вот история медицины. Из медицинской истории. То есть приходит человек, у него рожа выскочила. Он говорит, ну а как же вы так пришли к нам, ко мне? Вот, думаю, ну сейчас скажет там, жена послала там, или еще что-нибудь. Говорит, я пошел там к доктору. Доктор мне сказал, что медицина это не лечит. Иди к бабке. Сказал, дал номер бабке. Тут пошел к бабке. Бабка сказала, нифига вылечить не могу. Это, говорит, проклятие, надо идти в церковь. Пришел в церковь. Батюшка только глянул. Слышь, ты придурок, иди, выпей эритромицин и иди в больницу инфекционную. Это оказался батюшка выпускник меда. Так что вот по поводу всех вот этих траблов. Суеверия и всего остального. Ну, очень хорошая показательная история. Мужика вылечить. Спасибо батюшке, который оказался грамотным специалистом в медицине. Это да. Но завершая нашу передачу, я не могу обойти рубрику «В мире животных». Ты только что сказал, что Херсон россияне не удержат, но опыт, как его, господи, Пенис Душелин или... Денис Пушилин, неважно. Глава так называемой ДНР, он там прикрыл Google, сказал, что вражеское. Так вот, то же самое решили коллаборанты сделать в Херсоне. Тоже закрыть Google. Поможет или нет, я уже не знаю. Слушай, после того, как Дондон сказал, что надо менять первых лиц не только в Украине, но и во всей Европе, он лично будет этим заниматься. То прикрытие Гугла в Херсоне вообще, по-моему, мелочь. Ну, это да. Ну, в целом, видите сами, дорогие друзья. Да, Руслан, спасибо огромное за ценнейшую информацию. Друзья, ну я напоминаю, пожалуйста, очень вас прошу, помогайте спецподразделению Хорд. Вот за вчера пришло еще дополнительно 2700 гривен. Виноват за два дня и $20, друзья мои, я просто напоминаю, хлопцам сейчас, ну, колеса нужны, или, имеется в виду, автомобиль хоть какой для того, чтобы они могли передвигаться. Пожалуйста, друзья, я очень вас прошу, реквизиты даны в описании. Это необходимо, потому что вы сами слышали, что сейчас весь цивилизованный мир защищает именно Украину. От чего? А вы сами видите, от чего. Мы что, придумываем, что ли, эти новости? Мы их не придумываем. Поэтому дякую, украинцы. И слава Украине. И вам слава. До встречи, друзья. До завтра. Пока.